Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство Dudge V20. И сейчас я покажу вам, как добавить пароль и отпечаток пальца на какое-либо приложение. И для этого мы переходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Безопасность», выбираем «Блокировка приложений» и нажимаем «Открыть шифрование». После чего выбираем тип пароля, например, не знаю, цифровой пароль, и вводим какую-нибудь комбинацию цифр и подтверждаем ее. После чего мы можем выбрать «Использовать отпечаток пальца для открытия зашифрованного приложения». Теперь возвращаемся и выбираем приложение, на которое хотим установить пароль. Пусть будет Google Фото, например. Теперь возвращаемся, переходим в Google Фото. И теперь мы можем либо отпечатком пальца, либо паролем разблокировать наше приложение. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.